Привет, мои дорогие! Меня зовут Александра Соколова. Хочу показать вам квартиру в Мерсине. Квартира 1 плюс 1 в районе Томюк, недалеко от моря, в небольшом комплексе, в который имеет охраняемую территорию, парковку, детский бассейн, взрослый бассейн, аквапарк, генератор. Хорошая квартира, теплая, полы ламинат. Продается без мебели, вторичная продажа. Смотрим. Входная дверь. Здесь у нас есть домофон. Есть прихожая, встроенные шкафы в прихожей. Достаточно глубокие для обуви, для одежды, для всего. Небольшой коридорчик, который разделяет спальню, санузел с гостиной. Пол, как я уже сказала, ламинат. Квартира продается без мебели. Посмотрите, как она выглядит, как можно зонировать пространство. Здесь у нас зона кухни, каменная столешница, место под холодильник, аккуратненькие фасады. Место под технику, в том числе посудомоечную машину. Небольшой обеденный стол можно поставить. И поставить угловой диванчик можно. Выход на достаточно просторную террасу. Террасу всегда при желании вы можете остеклить. Покажу по полу размер у плитки, чтобы посмотрели, увидели. Хорошие перспективы открываются, обзор гор, других строений. До моря здесь максимум 300 метров, вот оно море. Сегодня она у нас, что называется, Акденис, белое море, когда море сливается, цвет моря сливается с цветом неба. Так, что, посмотрим спальню. Посмотрим спальню, посмотрим санузел. Здесь у нас есть еще один встроенный шкаф, куда призамечательно ставится стиральная машина. Вместительные шкафы для всего добра с глаз долой. Санузел. В санузле, конечно, полплитка. Унитаз. Широкий душевой уголок. Зеркало. Раковина, шкафчик. Проходим в спальню. В спальне помещается шкаф. Можно поставить его наоборот и поставить двухспальную кровать. Будет продаваться пустая. Небольшой французский балкончик такой. И также у нас на Акденис, на море виды. Готова вам показать эту квартиру, а также другие 1 плюс 1. Здесь хорошая, привлекательная цена. Обратите внимание, техническое описание оставлю под этим видео, как я это делаю обычно. Есть у нас другие предложения. Переходите на наш канал, смотрите. Конечно же, приезжайте. Конечно же, берегите себя. Эту квартиру можно забронировать. Мой телефон будет в инфобоксе, либо появится на экране. Связывайтесь, задавайте вопросы. Увидимся в Мерсине. Пока-пока.